друзья! Сегодня у нас очередное распечатывание коробочки Petit Tour. Если вы не знаете, Petit Tour – это подписка на пробники за $15 каждый месяц. Вы получаете в основном 4 пробника, и некоторые из этих 4 пробников – полноразмерные продукты. Давайте же посмотрим, что у нас в февральской коробочке. Так вот выглядит сама коробочка внутри. Тема этой коробочки – ЖТМ. Я так понимаю, это из-за того, что у нас 14 февраля в декабре. В феврале. Поэтому компании обычно делают коробочки с темой любви и все такое. Так она выглядит. Сзади, как всегда, перечислены продукты, которые вы здесь получаете. И их цена. Итак, первое, что здесь есть, это вот такой вот пробничек. Scrub Me. Фирма называется Balance Guru. Scrub Me Nice and Gritty Body Scrub. Organic Farms and Ceuticals. Совсем малюсенький пробничек. 1 аунс. Полный размер 8 аунсов и стоит $23. У него сильный запах, как, кофе, у него сильный запах кофе, и, да, здесь мята еще, здесь написано coconut oil, babassu oil, cocoa butter, ginger, ну, здесь совсем немного продукта, даже баночка не полная, он, наверное, весь уселся, пока был транспортирован. И у него сухая консистенция. Написано, что его можно применять как для лица, так и для всего тела. Очень будет интересно попробовать. Я думаю, буду пробовать его для лица, так как здесь совсем чуть-чуть. И применение, тут, кстати, написано, что его не нужно ничем разводить, просто на влажную кожу растираете, и он должен вам отшелушивать вашу кожу от мертвых частичек. И я не сказала, Petit Tour – это подписка только на органическую косметику, органический уход. То есть все продукты, которые они посылают, они натуральные, не тестируются на животных. Веганские большинство из них, или, думаю, даже все. Такой вот скраб. Интересно. Далее здесь есть вот такой вот маленький пробничек парфюма. My Daughter Fragrances. Always Loved. Тут вот маленькая девочка сзади. И у них вот такой вот совсем малюсенький парфюм. Тут пробничек. Так, что это, я не поняла. Он вылился или тут столько и было? Тут совсем вот столечко. У меня Always Loved. Тут еще есть версия Joyful. Написано Bulgarian Rose, Turkish Rose Absolute, Coco Absolute, Patchouli и Vetiver, еще Cedar. Интересно. Вообще я не люблю получать пробники парфюм, потому что они бесполезные. Вы пользуетесь только один раз и все, не могу его открыть. Не знаю, или он вылился, или его тут столько было. Пахнет приятно. Не знаю, как он долго носится, хорошо или нет. И цена у этого парфюма за 50 мл $85. Довольно дорого. Далее здесь идет Evolve Butter. Только 6 ингредиентов. У меня мята-шоколад. Я думаю, это обычная смесь масел. Так оно выглядит, все малюсенький тюбочек, они мягенькие, масло здесь мягенькие. Наносите, он хорошенечко растушевывается. Он пахнет как мятное мороженое, если вы любите такое мороженое. И здесь ингредиенты. Масло макадамии, масло кокоса, масло кокос, нет, коко баттер. В общем, коко баттер, масло ши. Классно. Я сначала как-то разочаровалась, а потом, во-первых, у него запах потрясающий, а потом
Сейчас холодное время года, и масла всегда нужны увлажнять тело. Им отлично будет. Очень классный продукт. И он стоит... Evolve Mint Chocolate Body Butter. Здесь у меня только 0,5 oz. 3,5 аунса стоит $26. Тоже не так уж и дешево. Далее здесь идет продукт, который я так сильно ждала. Это была Lily Lolo Mascara. Тушь для ресниц, веганская тушь для ресниц. Стоит она $20. У меня идет черный цвет. Срок годности 6 месяцев. Я уже ее вчера попробовала. Мне было так интересно, что я не смогла удержаться. Вот такая вот беленькая упаковочка, черная крышка. Тут какая-то странная кисточка, немного загнутая. Я не знаю, ли это должно быть, или это какой-то чуть-чуть слегка брак. Кисточка самая обычная. Теперь вся упаковка заляпана маслом, так как я только что трогала масло. Так, я сказала, что я ее вчера пробовала. Если честно, она дает довольно натуральный эффект. То есть она не даст вам вау-вау-вум реснички, у вас не будет никакого кукольного эффекта. Маленький объем и маленькое удлинение, то есть вот 100% натуральный вид она дает, но... Как она носится, это отлично, она не размазывается, она почти не опадает, есть там капелька, парочка опавших, что это, краски с ресничек, но в основном она просто замечательная и смывается довольно легко. Она не жжет глаза, никакого раздражения от нее нет, довольно сложно найти хорошую органическую тушь, и эта тушь просто замечательная. Цена, конечно, у нее не самая дешевая, но из-за того, что она 100% натуральная, думаю, это классно, и я очень рада, что она в февральской коробочке. И на этом все. Моя коробочка пустая. Как видите, я получила 4 продукта в этом месяце. Мне все равно насчет вот этих вот духов. Интересно попробовать скраб, интересно пользоваться этим маслечком и, конечно же, тушь, так как мои туши уже подходят к концу. Я надеюсь, вам понравилось это видео, такой мини-хол, распечатывание коробочки Petite Four. Я уже написала свое мнение о январской коробочке, так что, если вам интересно, я оставлю ссылку внизу на этот пост. Можете посмотреть фотографии там. На этом было все, спасибо большое за просмотр, и мы увидимся с вами в следующем видео. Всем пока!